Всем здравствуйте! Пришла осень и пришло время собирать семена томатов. Вот у меня здесь есть два небольших томатика. Это черри фиолетовые, очень вкусные, самые вкусные томаты, которые есть у меня в коллекции. Я дождался, когда дозреют вот эти два плода, упадут. Я их положил еще в тарелку, и они еще при комнатной температуре лежали неделю. Как результат, как видите, один томат уже полностью сморщился, сок оттуда вытек. А другой томат еще держится, он целый. Теперь, что мне нужно? Для того, чтобы извлечь семена, нужна вот такая вот глубокая мисочка. Дальше нужна вилка, чайная ложка и нож. Все, теперь я буду разрезать плоды, извлекать мякоть. Ну, а дальше я вам расскажу, что дальше. Что я получил в конечном результате? Очень созревшие семена и небольшое количество мякоти. Теперь мне нужно это все промыть под водой, слить лишнее, а оставить семена. Ну, вы сейчас все увидите. Как видите, здесь нет ничего сложного. Вот мои семена. Отличные, по качеству, хорошие, домашние. Уже, наверное, четвертое или пятое поколение томатов, которые я выращиваю сам. Сам собираю семена, опять выращиваю рассаду и так дальше. То есть замкнутый цикл. На все про все вместе со съемкой у меня ушло не более 5 минут. Вот семена. Теперь я их при комнатной температуре в кухне, не на солнце, оставлю на недельку, они за неделю подсохнут, потом я их соберу, положу в пакетик, подпишу, и у меня будет все это храниться уже до весны. Вот таким вот нехитрым, а точнее простым способом можно собирать домашние семена помидоров. На сегодня это все, спасибо, что смотрели, увидимся, пока!